Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы продолжаем приключения Кратоса. Так, по-моему, мы улучшили топор в предыдущей серии, и идем. Я уже не помню, что надо сделать, давай посмотрим задание. Цели. А, мы продолжаем путь к горе, по-моему. Метки на карте. Для выбора категории меток, отображаемых на карте, нажмите L2 или L1. Так, а что меняется? Для переключения между отслеживаемыми метками на карте нажмите R3. А, вот у нас задание, перейти к дневнику. Странствие, мы идем. Продолжайте путь к горе. Ну, в принципе, все понятно, что тут еще. Причем целей вон каких-то еще куча всяких разных. Ну, посмотрим, пройдите к башне, поговорите с Броком. А, это все выполнено, по-моему, да? Это было выполнено. Продолжить путь к горе. Ну все, собственно говоря, здесь компас-то все показывает. Так, где сын? Где сын? Пошли давай. И, кстати, да, ребята, напомню вам, что я прокачал себе здоровье. Я нашел еще одно яблоко третье. И теперь целая полоска зеленая. Это она очень сильно выросла. Так, это кто? А, что ты тут встал-то? Ох, ты еще один. Ты посмотри на них. Так, развернись. Давай, стреляй, сын. Неплохо. На, стрелу получил. А, еще один фигарит. Где топор-то, ё-моё? Это еще что за живность? Тихо. Развернись. Куда он делся-то? А. Ну-ка вылези оттуда. Блин, еще где-то... А, вон он фигарит. Да что такое, а? На, с руки тебе прям. И топорик еще есть. Так, пацаны, вы что творите, а? Закидывают меня со всех сторон. Ну-ка, стрельни в него уже, а. Вот и все. Так, она сзади, вон. Уже скоро аптечка мне нужна. Она отравила меня. Так, давай-ка залечимся. Да что такое? Ты... Когда она уже погибнет? Так, а все, по-моему, прибили? Нет, не прибили. Так, этот где-то фигарит. Ну-ка, надо найти его. Вон он наверху. На! Лови топор. Так. Давай стреляй ее, все получится. Где она там? Или все, мы ее поломали? Ну, идем дальше тогда. А, сундук. Ребята, сундук это хорошо. Только теперь надо... Надо как-то нам его открыть. А чтобы открыть, нужны... Нужны руны вот эти. Ну-ка. Подожди, вот сюда надо кинуть, наверное. Офигеть, а чё надо, получается, сначала попасть? Или как? Не понял. Ну, я попал в неё. А теперь чё, она как? Поменяется. Давай другую. Но я так не успею. Ничего себе задачка. В общем, надо раз. Попал. Попал? Не вижу. Блин. Это сложновато будет сделать. Получается, раз попал. Топор сюда. Крутим. Ха, блин, никуда не крутим. Давай пробуем. Топор. Раз попал. Еще. Кидай топор. По нижней попадай. Топор. Еще топор. И еще попадай быстрее. Открыл? Нифига не открыл. Три печати надо разгадать. Так, а почему? Надо, значит, с какой-то начинать.
Подожди, давай начнем с такой вот, как буква R русская, вот с этой первой. Давай разгадаем. Раз. Вторая. Не знаю, попал, нет, где топор? Давай по третьей попадай. Ничего не работает. Погоди, что-то не так пошло. Я в тот раз что-то кинул по какой-то, да, и она исчезла. Как разгадать? Ну-ка, давай вот по этой попадем. Раз. Попал. А, слушай, погоди, не так. Но вон она задействовалась. А если с лука стрелять? Стреляй. Атрей, ты где? Ну-ка иди сюда, блин, выйди. Стоп, смотри, она не исчезает. Все правильно. А, я туплю, короче, смотри. Третий-то символ совсем другой. Мне кажется, мы где-то что-то не увидели, ребята. Надо бежать, посмотреть. Может, еще такие крутилки где-то есть. Ну, туда уже это все, наверх. Может быть, давай, может быть, здесь где-то пропустили. Блин, вот же она стоит. Ну, давай. Вот, скорее всего, этот символ-то и есть здесь. Но мне-то надо три. Значит, еще где-то такая штука должна быть. Да попади ты. Во! А какой еще символ есть? Ну-ка, давай глянем. Так, такой нам нужен только в другую сторону перевернутый. Такого не было. Все, значит, здесь надо вот этот оставить. Погоди, а почему мы вообще здесь не были? Я не пойму. Это яд. А как его, как здесь обойти? Погоди, откуда? Кто излучает яд этот? А, вон, смотри. Вот такую штуку мы сбивали, когда, чтобы яд не распространялся. Она сейчас замерзнет. Все гномы странные, как Брок и Синдри. Нет. Почему они не могут помогать? Они же родня. Нас это не касается, сын. Ладно. Обычный предмет, броня для бедер. Посмотреть, ну-ка давай посмотрим, что за броня для бедер. Так, а какую дали-то? Ну моя-то круче. А, ну восстановление дает плюс 5, защиту минус 3. Я не пойму, такую дали, нет? Так, а что меняется? Состояние, редкость? А, фу ты, это фильтр, не надо трогать его. Не, ну мы можем, в принципе, вот эту одеть. Зато восстановление будет быстрее. Там защиту мы в чем-нибудь другом можем, наверное, улучшить. Пускай будет, зато восстанавливаться будет. А восстанавливаться что будет? Ярость или что там у него? Ну, не знаю. В общем, думаю, надо баланс такой небольшой делать. Ну-ка, здесь что? А, вот она штука-то эта. Погоди. Задымилось тут все. А я пролезть-то смогу, нет? Нет, пролезть не могу. Ну, надо швырнуть, значит, просто. И не видно, какой символ. Можно посмотреть, вот эту штуку убрав. Так, я не помню, такой вроде, да, был? Наверное, такой. Ну-ка, или нет? Там какая-то волна была, вот что-то подобное. Ну, давай еще посмотрим, какие есть. Я уже забыл там, это бежать далеко. Так. Или там три волны было. Стоп, я не попал. Не, не такая. Не, ну значит та должна быть, по-любому.
Или, а, я попал в тот раз, только она была в другую. Вот так, в эту сторону. Все, побежали. Топор обратно. Стоп. А, вот здесь другая. Здесь одинаковые эти эрки стоят, надо поменять. Вот, вот и все, блин. Тут все легко, оказывается, решается. Надо было осмотреться. Рог меда крови. Легендарный предмет. Вы нашли один из трех рогов меда крови, необходимых для увеличения максимальной ярости. Все понятно. Лучше бы яблоко, конечно, дали. Нам надо здоровье, но ярость тоже пригодится. Сердце того, кто отведает меда крови, наполняется неукротимым гневом. 9 рогов этого меда спрятаны в сундуках, запертых магией. Каждые 3 из них повышают максимальную ярость Кратоса. Ну вот, что 9 яблок по игре разбросано, так же и рога с медом. Давай. Все, Атрей, побежали. Ну, он быстро, кстати, за мной бегает. Мы приближаемся к горе? Да. Так, стой. О, давай, стреляй по ней. Иди сюда. Или здесь можно биться. Ну-ка, топор. Куда она убежала? Тут можно идти хоть в эту сторону. А, там сундук, смотри. Так, давай, знаешь как? Пошли налево, мне кажется, вот здесь тупик будет. Сначала здесь надо походить, потому что тут сундук. Точно. Так, где она есть? Вот. Она не хотела, чтобы это открыли, да? Давай открываем, посмотрим. Посмотрим, что тут есть. Ну, хорошо. Чародейские браслеты. Обычный предмет, броня для рук. Рунические символы на этой простой броне повышают восстановление. Ну вот, я говорю, как это восстановление нам увеличить. Вот можно что так, что так. Давай их оденем. Пускай защиту надо будет тоже где-то прокачать. Так, что тут есть еще? Это мой топор торчит. Забираем. Серебро это очень хорошо, ребята, потому что потом его надо будет много, я думаю. Так, давай следующую. Где-то вот та тварь убежала куда-то. А, что мне... Подожди. А, я топор рано забрал. Ё-моё. Надо не торопиться. Да хорош, хорош, подожди, не бей, надо швырнуть. А, вот здесь надо стрелять, Атрей, ты где? Давай, давай, попадай по ней. Давай, я вручную пойду сейчас. Ах ты. Давай, я щитом сейчас буду рубать, ярость поставим, включим. Все четенько, давай. Готов. Забираю. Ого, серебра нормально вывалилось. Так, ну давай сюда сходим. Так, подожди, здесь похоже выход. Давай в другую сторону. Это что за печать здесь? Давай дальше. Стоп, я не понимаю тогда. А, какая-то дверь. Ну-ка, давай откроем. Так просто мы не откроем. Ну-ка, давай сломаем. Не хочет открываться, не хочет ломаться. Придется, значит, идти дальше. Может быть, это какой-то другой выход здесь должен быть. Как-то расправиться с этой дверью по-другому надо. О, аптечку надо взять. Так, а где сын бегает? Куда? Вот сюда, по-моему, да? Ага, все правильно. Топор.
Верните топор на место. Так, подожди, я промазал. Все, продвигаемся вперед. Стоп, что-то здесь лежало. Забираем. Серебро, это хорошо. Не понял, куда идти? А, ползти наверх надо. Так, еще раз осмотримся. Все, ничего здесь больше нету, пошли наверх. Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь. Ну, давай сейчас, нам надо тут драться уже. Держи, братан. Кому еще дать? Стреляй, стреляй, Атрей, ты че? Не подпускай их близко. Попал. Все. Разобрались с ними. Так, какая-то местность. Ну-ка, давай-ка сейчас я вот туда швырну. Вот эти-то взрываются, надо было... Пока собаки там стояли, надо было им устроить разнос. Сейчас все коробки развалятся. Все развалилось тут. Так, ладно, аптечку оставим. Жизни целые. Жизни целые. Ну-ка. Туда нам надо, что ли? А вот сундук, смотри, сундук стоит. О, видишь, как хорошо разворотил. Все нормально, значит. Значит, правильно идем. Все, забираем, что здесь есть. Может, что-то интересненькое дадут. Ну-ка, смотрим. Так, чародейская накидка. Тоже для восстановления. Ну-ка, давай попробуем оденем. Ага, тогда сила уменьшится. У меня наплечники мои еще, ну, круче намного. Силы и защиты добавляет. Я слабее стану так. Не, давай я не буду их одевать. Наплечники эти. Здесь еще один сундук. Одну вот эту штуку, столб, мы сбили. А один сейчас заморозим. Давай, открывай. Вот. Еще что-то новенькое. Бросок белого медведя. Слабая руническая атака. Стремительный рывок вперед. С последующим ударом во время рывка Кратос защищен. Так, надо было посмотреть. Ну ладно. Сейчас мы глянем, что там за руна такая. А, тихо, я топор уже вытащил. Что, еще вот здесь можно швырнуть? Бам, все разлетелось. Так, аптечку надо. Нифига себе меня подбило как сильно. Придется все собрать. Чувак какой-то отдыхает, лежит. Так, топор где? Ну все, можно идти дальше, только я хотел глянуть руну, какую-то руну нам дали. Давай глянем. Навыки у нас есть, на что развить. Ну-ка, дальний бой. Это куплено. Это не куплено еще. Так, ладно, сейчас разберемся. А я так понял, у меня руны-то стоят вот эти две. Вот сюда. А, подожди, на лук, может быть, есть руна? Нету. На лук нету. Бросок белого медведя. А какой лучше-то? Удерживайте L1 плюс R1. Стремительный рывок вперед. Мне кажется, касание вот это лучше было. Хотя, какая разница? L1 плюс R1. Вот так. Это с щитом. А то было, получается... Ну-ка, давай ради интереса проверим. Бросок белого медведя. Ну, поставь, что он не ставит его?
Стоп, запутался. Давай ставим вот так. Как экипировать, как? А почему не ставит? А, недостаточно чего-то, ну-ка. Недостаточно опыта, вот что. Ну, значит, будем касанием пока пользоваться. Все, пошли дальше. Так, пацан, давай догоняй меня. Открываем ворота, что ли, или как? Почему нельзя войти? Вы что, ребята, дайте мне зайти сюда. Что не так? А, камень. Сдвинуть надо просто. Пойдем, я ж сильный очень. Ой-ой-ой-ёшечки, ты кто такой? Мартышка ты. Огромная. Откуда ж ты взялся-то такой? Ну-ка, ну-ка, подожди, что-то, ну, какой-то вообще здоровый. Капкан бы на тебя поставить. Эй, ты что, руку схватил мою? Нифига, что делать-то? Чуть не съел меня. Давай, подходи. Здоровичок. С одного удара сразу упал. Ничего себе напугал. А, ребятки пришли к нам. Ну, с этими-то мы быстро... Ох ты, что-то их много. А чё, правда, столько много? Этот встает еще. Ты чё, не помер, что ли, еще? Приготовься. Давай, давай, рубать надо быстрее его. Щит, блок, как там, удар, чё, не знаю. Ай! Очень здоровый дядька, помогите! Блин, я еще все аптечки сожрал. Да ну нафиг, отлетайте быстрее, чтобы мне тут ходить было где. Тихо, он сейчас взорвется. Да ё-моё, еще отравил меня. Быстрее аптечку. На, получи. Так, ты чё? Ярость пошла вперед. Ну-ка, давай, я будем так, вручную его. Давай, он сейчас упадет уже. Четко, R3, ну-ка. Да R3 надо было там нажать же, вот, показано. Здоровичок. О, вот это я люблю, ребята. Поехали, давай. Кого там ударить надо? А, ну все, я его добил. Я думал, с ними можно бороться, пока я на нем сижу. Так, братанчик, отлетаешь. Что-то их много совсем. Сейчас рванет. На тебе тоже. Отвали от меня. Ты че подошел близко так ко мне? Так, топор у меня. Давай, следующий. Бабамс. Что-то нападало, смотри, сколько много всего. Аж фиолетовым светится. Ого! Символ истины, редкий предмет. Чары. Чары повышают силу и силу рун на 3. А как использовать? Бестиарий обновлен. Ну-ка, давай почитаем. Разбойник. Они были простыми разбойниками, но потом их испортила магия Сейдер. Когда и почему это случилось? Разбойники Сейдер умеют залечивать раны. Атаковав одного из них, лучше добить его побыстрее. Ну, понятно. Что, это он же взрывался, да, получается? Ну-ка, дай-ка, возьмем, что еще есть. Так, сталь, серебро. Много дали, кстати, серебра, 3000. Это что-то новое. Замерзшее пламя, легендарный... О, мне надо было пламя, было у нас такое. Сверхъестественный материал, сочетающий пламенную ярость и ледяную закалку, возникает на месте великих битв. Используйте для улучшения топора Левиафана. Вот, это для топора улучшить можно. Сейчас будет уровень повысить топору. Я помню, вот такое пламя нам надо обязательно. Это хорошо, это вот с мартышки вывалилось. Итак, а вот здесь надо, знаешь что? Надо что-то посмотреть. Я еще хотел что-то сделать. Что-то еще, ребята. Лук можно, кстати, развить. А Атрею надо тоже прокачивать. Да? Хватает, не хватает? Опытный боец. Атрей будет самостоятельно помогать Кратосу, заметив врагов в определенных уязвимых состояниях или нападение на самого Кратоса. Предлагаю взять вот это все-таки. Пусть Атрей помощнее будет. Надо же его обучать. Атрей может выполнять верхние оглушающие атаки, когда враги находятся близко. Хорошо, давай, пускай. Вот на эту штуку нам не хватает. Можно дальше будет развить, но надо больше опыта. Больше опыта, поэтому идем задание выполняем. Тогда все будет хорошо. Больше заданий выполним, будет больше опыта, реально. Так, давай вот здесь топор кинем.
топор кинем, но мы здесь были же, точно, но здесь больше ничего нету. Ладно, мы сейчас пойдем дальше. Но это будет, ребята, уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока.